Девчонки, я хочу с вами со всеми поговорить реально. Вот, потому что я понимаю, что во всем этом звене раз, два, три, четыре человека виноват во всем я. В первую очередь я должен извиниться перед вами, перед всеми, потому что виноват я, Оль, перед тобой. Я извиняюсь действительно искренне. Ален, перед тобой. Кать, перед тобой. Я просто другого варианта не вижу. Оль, ты говоришь, что ты в меня влюблена, правильно? Да. Вот. А, Кать, ты говоришь, что у тебя чувства ко мне, правильно? Остались. Да. Что-то с Аленой у нас любовь. Я вижу следующим образом. Я предлагаю, у меня есть VIP-дом большой. Я предлагаю нам всем вместе попробовать пожить. Нет, реально. Это не значит, что мы должны сексом заниматься все вместе. Просто вместе пожить вчетвером. И понять, такое тоже бывает, знаешь, там... Ты загонишь, что ли? Такой же горем вокруг себя. Просто Лена, у меня, честно, у меня вот опускаются руки. Когда почему утопия? Это я не понимаю. Вот просто откиньте всю эту ситуацию. Я не могу это откинуть, потому что ты считаешь, это ошибка. Ну, какая ошибка? Я так не могу сказать. Хорошо, вот я сейчас... Я вчера было последнее, что я сделала. Это подожди, вот я сейчас... Вот смотрите, вас сейчас опять... у меня нет смотрите, вас опять не устраивает. Я сейчас прихожу к какому-то компромиссу. Я тебе потому что уже доказала, какая я хорошая, какая идеальная, что я надежная. Я надежная как человек, как девушка. Блин, что еще мне для тебя сделать, чтобы ты понял? Я предлагаю сейчас на данный момент компромисс. Можем мы найти вот этот компромисс, и чтобы никому не было больно, и поступить именно так? Как я предлагаю это сделать? Да, не бояться просто. Потому что ты и так живешь со мной. И на них не будет никакого внимания. Вообще. Короче, я так понял, что никто не согласен. Мне надо подумать. Аленочка, ты как на это? Нет. Можешь? Почему? Потому что нет, все, Илья. В смысле нет? И разбирайтесь втроем. Все. Сволочь. Подлец. Парой. Господи. Я вот когда она бросит, он поймет, кого на самом деле надо было выбрать. Оль, а ты не знал? Нет. Сволочь. Блин, какая же я дура-то. Просто он пожалеет об этом. Ты реально хочешь уходить или это понты просто вот корявые? Вот говори, как я сейчас мне попал. Я говорю, Габозев пока, ну не извините, я не вернусь. Тебе нужно извинить, тебе нужно извинение, да, или ты приняла решение конкретное уходить? Это две истории разные, понимаешь? Может, мне тоже уйти собрать тогда вещи? Если ну, если ты хочешь такой... за Кауфман пойти... Пойдем. Да ты не уйдешь. Ну, давай, Илья. Ну, я за тобой уходила, но ты так не сделаешь. И я тебе не рекомендую. Кауфман. Не-не, я сейчас на поле не беру. Нет. Ты хочешь, чтобы я ушел? Нет, оставайся. Нет, ты хочешь, чтобы я ушел? Так, Илья... Нет, подожди, сейчас базар серьезный. Я тебе серьезно говорю. Ты говоришь, ты за мной уходила, ты говоришь, что я за тобой я не могу идти. Я тебя не заставляю, я не хочу манипулировать как-то. Уходила, это было мое дело. Ну, то есть тебе все равно на ябу? Нет, мне не все равно, просто я ему желаю добра. И... Да мы его в туалете запрем и никуда не отпустим. Хорошо, ты уходишь, в смысле, я ухожу с тобой, правильно? Это нет, это мое в любом случае твое дело. Ты как хочешь. Как я хочу. Ты бы хотела, чтобы я ушел с тобой? Нет, ну мне было бы приятно, но я тебя не вправе. Не вопрос. Если тебе будет приятно... Так, Димон! Оля, я был. Нет, сейчас мы неправильно это делать. Подожди, стой. Нет. Да подожди, да я скажу слово. Дверь открывай. Я прыгнул с второго этажа, я отвечаю. Держи его, Дима, ты нормально. Братан, я ну рядом с второго этажа. Без вариантов. Япа, молодец, определился. Другой бы пошел, сказал, ну, моя женщина там, но мне вообще не важно. Ты определился, что ты любишь Алену. А здесь получается то, что Катюха все-таки... В принципе, он видел, как вцепился в нее? Ну. Яба! Так, яба. Подождите, я с той стороны ворота открою, чтобы это было. И а мы... Слышишь, а где пакет? А, вот. Да это бокс. Что думаете вы? Яба! Не, ну ты на самом деле необдуманный, Илюха, поступок сейчас да сделаешь. Да не, вы просто нужнее, пацаны, оставайтесь.
Не нужно и всегда уходит к воротам. Может быть, на этом решении ты остановишься? Нет, братан. И продолжишь с Катей на проекте строить отношения? Нет, братан, а как же, а что будут делать Оля и Алена здесь на проекте? Потом с Олей также прогуляются. Сань, по сути, я бы определился. По сути. Я бы определился, да, там ворота, открывай, Сань. Ворота на цепь завязали. Не, Саня, а что это такое? Открываем. А что, Сань, где слово, что ворота откроются? Я бы, на самом деле, мы просто хотели узнать. Где слово, что ворота откроются? Да. Мы просто хотели узнать и понять о твоей определенности. Мы просто хотели понять на самом деле, точнее, чтобы ты наконец-то понял, ребят. Мы хотели, чтобы ты наконец-то понял, разобрался в себе, кто тебе нужен из этих трех женщин. И сейчас мы всем коллективом дружно в этом убедились. И на самом деле то, о чем говорила Катя, что в глубине души нужна ты из всех трех женщин, она тебе, мы в этом убедились просто. И не надо устраивать вот этот цирк, клоунаду с заселением всем вместе в вип-дом, чтобы определиться, решить, кто тебе нужен из этих женщин. Мы это увидели. Ты готов, если с проекта уйти за Катю Кауфман, я предлагаю, ребят, вы со мной согласны, чтобы их заселить в одну комнату? Да. Я не поняла, что это произошло. Вот смотри, вчера на шоу ты выбрал Алену. И все бы было ничего. Но что произошло сегодня? Почему ты заселился с Катей? Вечальная, роза моя, вечальная. Сегодня я подумал ночью, полежал. Я понимаю то, что я только делаю хуже этими шагами по отношению к Алене. Вот, я понимаю, что там сейчас равнодушие полное вообще ко мне. То, что я понимаю, что с каждой минутой, если я буду подходить к Алене, я только буду делать хуже. Вот, я подумал, что все-таки Алена, действительно, она очень хорошая девчонка, она заслуживает счастья, вот, но не со мной. Я, к сожалению, не смог сделать эту девушку счастливой. Почему? Вот, потому что поступил как подлец, изменил в отношениях. Согласна. Вот. Я прошу прощения, еще прошу и раскаиваюсь действительно в этой ситуации. Но это будет лучше, если я отпущу ее и дам ей возможность действительно построить нормальные отношения. Ты такой вот какой-то нестабильный весь, Илюш, что мне кажется, что ты завтра проснешься и пойдешь к Алене просить прощения и будешь говорить, что только ты ее любишь. Я постараюсь этого не делать. Кать, тебе-то каково вообще жить с таким мужчиной? Не мы с ним заселились, нас заселили. И еще большой вопрос в том, как мы проведем эту ночь. Потому что я не хочу, пока все не устаканится, торопиться с событием. Ален. На самом деле я рада, что Илья сегодня наконец-таки был искренен. Как бы завуалированно он там сегодня не сказал, но он по итогу сказал то, что, Ален, у нас в отношениях точка. На самом деле, сегодня тоже очень много об этом думала и пришла к такому выводу, что очень много я сделала для тебя, и сейчас я об этом просто себе задаю вопрос, для чего? Ты человек, действительно, который говорил мне вчера, я буду делать поступки, а по итогу просто пришел и все легко сказал, нет, Ален, для меня твои слова больше ничего не значат. Я очень рада, что именно так произошло на начальном этапе. И я больше вообще не хочу, чтобы ты присутствовал в моей жизни. Поэтому желаю тебе счастья, удачи. Хорошо, спасибо. И строй свои отношения. Хорошо, спасибо. Тебе больно, Ален? Ну, естественно, не больно. Ты не ожидала, да, такого? Ну, конечно. Знаешь, как он говорит? Я хочу определиться в себе, кто мне нравится, а кто нет. Поэтому давайте втроем поживем. О чем ты говоришь? Что она должна была сделать в этот момент? Упасть в ноги и сказать, о, великий Ебаров, да, давайте, пожалуйста, я буду лучшая, я буду первая жена сегодня. Можно или нет? Я думаю, Ален, я прошу тебя действительно искренне прощения, как бы тебе сейчас там что ни казалось. Я каюсь, то, что я так сделал, но пойми, пройдет какое-то время, и ты поймешь, что я сейчас все сделал правильно. Правильно ли сделал Ебаров? Простила бы Алена или нет? Хочу послушать мнение. Йося. Ты кричал то, что ты хочешь с Аленой искренних, красивых отношений без грязи. И ты же сам эту грязь принес в эти отношения. Мы тебя не осуждаем. Как ты сказала, твоя жизнь, ты с ней делаешь все, что хочешь именно ты.
Поэтому просто, Илья, ты врешь не только своим дамам, как Оле почикал, с Катей поцеловался и Алену обманул, но ты сам же врешь и себе. Вопрос, чего хочешь ты и с кем хочешь быть ты, потому что, мне кажется, он поиграет сейчас, поиграется с Катей, он вернется к Алене, потому что Алена дает ему надежду. Он сегодня сидит на кухне и засаживает ее. Я понимаю, конечно, что он пытается найти свою любовь и какую-то стабильность найти, но мне кажется, он стабильность свою не найдет здесь, потому что, как мы все знаем, Илье уже 31 год, и, в принципе, ничего не меняется. Видимо, и не поменяется. Саша. Я, честно, тоже не понимаю, что Илья делает на проекте. Вот уже серьезно. Фиктивные отношения с Аленой, к огромному сожалению, она-то в него влюбилась. Она-то действительно страдает. Она сейчас действительно сходит с ума. Черно, поднимай вопрос. Мы не хотим тебя выгонять. Вы больше всех орете, что он делает. Илья! Я-то могу встать и пойти. Что делаете вы? Илья, я тебя сейчас выгоню. Строим, прикинь. Я тебя сейчас выгоню. Ну что это такое? Это я шоу, и все. И что? А где мы находимся? А ты что делаешь? Вот правда. Ты что делаешь? Нет, ты что делаешь? Я любовь свою. То, что ты к Кате искренне относишься, а к Алене у тебя нет любви, мы про это. А как притягиваешь ты ее, почему? Потому что она сестра Рапунцель, потому что Рапунцель дает тебе эмоции, чтобы быть в темах, чтобы быть самым классным и востребованным. Молодец получается, только это подло, и ты используешь людей. Спасибо, вот тебя Леша. Надо домой, Черно, правда, ты уже устала. Тишина. Из моего проекта. Илья, пожалуйста, не перебивай. Леша. Итак, ругаем мы все Илюху, какой он плохой, мерзавец, изменщик. Да, конечно, его поведение неправильно. Ну а почему ему меняться, если девочки просто им восхищаются? Они его любят, они готовы с ним заселяться вдвоем, троем. Алена вообще его вчера простила, я это видел по ее глазам, то, что она с ним целовалась. Поэтому для чего ему меняться? Это уже проблема в девочках. Почему их тянет к таким мужчинам? Давайте разбирать не то, что Илья такой плохой стекой. Он не изменится, он будет всегда таким, ему сука, 32 года. Уже. Он будет таким мужиком. Такие мужики за периметром, ну, они нормально как бы не семейные, у них есть дети, жена, все круто, они к ним приходят, они обеспечат свою семью, но у них есть любовницы. Таких, как Илья, много. Давайте не его ругать, а девчонок, а думать из девочки. Ты, Оля, которая сидишь, плачешь, я люблю, я готова с ним просто в туалете, готова волшебничать каждый день. Ну, как бы, Катюха, понятно, но она его терпела там или жила с ним столько времени. С ней как бы вопрос, но мне более-менее понятен. Алена также. Я не вижу, что ты переживаешь, Алена. Я вижу, что ты ждешь просто от него первого шага, когда он подойдет к тебе, скажет: «Аленочка, прости», без никаких поступков, просто прости. И ты его простишь и заселишься, все будет как раньше. Все зависит от Илюхи. Как он скажет, так и будет, девочки. Вопрос к вам. Ну что ж, принесет ли Ебарову счастье его выбор, мы увидим совсем скоро.